говорю сама с собой, что это если не сумасшествие. На часах уже 7:00, я не парюсь о последствиях. Кажется, вот он момент принятия, или просто порыв отчаяния. Мы давно даже не приятели, но ты зовешь меня на свидание. Я как дура среди ночи в незнакомый отель, даю очередные шансы чувствам на пару с болью. Не хочу вина, же знаю, какой будет эффект. Почему так не работает с любовью? И даже навигатор мне говорит, ехать к нему не надо, остановись. Ты знаешь, каждый атом это любви, но прибываешь такси, как только он звонит. Но даже навигатор мне говорит, ты пожалеешь завтра, остановись. Ты знаешь, чем закончится этот экстрим, но прибываешь такси, как только он звонит. Не совершай ошибку и не выходи из комнаты. Девочка, ты привыкла, и нет запроса поискового, который расскажет так, как все выкинуть и отпустить. Где же это лекарство от грусти? Хватит себя уже крутить. Но вновь как дура среди ночи в незнакомом кафе, даю очередные шансы чувствовать.